Музыкальный коллектив из Новозаполярного «Кавер Клаб» отправился в Екатеринбург для участия в корпоративном фестивале самодеятельных исполнителей ПАО «Газпром Факел». А перед поездкой артисты активно репетировали и готовили конкурсный номер. «Кавер Клаб» на Заполярке знают и любят уже много лет. Рокеры будут участвовать в «Газпромском фестивале» впервые. Музыканты представят членам жюри композицию известного американского гитариста-виртуоза Стива Вая «Бабушка». Правда, звучать на уральской сцене «Бабушка» будет в аранжировке «Кавер Клаба». Есть надежда на хорошее выступление, потому что неплохой материал, хочется его показать. Неплохие, очень классные музыканты. Сейчас с нами такой собрался классный костяк. И, собственно, планируем получить удовольствие от нашего выступления и подарить удовольствие зрителям и жюри.